Что привезти из Доминиканы, сколько это стоит? Отсюда привозят сигары, ром. Здесь очень много сигарных фабрик. Фабрика производства рома, кофе, какао. Естественно, сигары, ром подороже, там 20, 15, ну, смотря какого качества, вам надо 30 долларов. Ну, и за десяточку можно зайти. А наряду с ромом, с кофе, вот здесь так же, как есть кубинские сигары, так как Доминикана находится рядом с Кубой, и многие везут именно сигары. Цена абсолютно разная, есть, бывают большие, маленькие. Всегда единственный вам совет – торгуйте. Смотрите, вот многие везут из Доминиканы ром. Он есть различный. Вот ром Барсело, это который в России продают, но он идет на экспорт. И кто живет здесь, его не советуют. Он, скажем, такой известный марка, популярный, да, хороший, но местный советует ром Оливера. Он подороже, но кто здесь живет, советует именно его. Ну, можно вот что-то красивое, если хотите выбрать красивый подарок вот, с индейцами. Кстати, кофе есть, специи. Кофе подешевле, можно прям упаковочку купить хорошего, там нормального, в подарок за 7-8 долларов. Вот, можно еще привезти какао, даже очень классный какао, и в отеле подают классный кофе. Есть кофе Санто-Доминго, опять же, популярный для туристов. Многие говорят, вот оно, но местные рекомендуют другое кофе. Например, есть кофе с орехом макаду. Смотрите, любой кофе здесь, в принципе, вкусный, интересный, натуральный. Так же, как и какао, тут выбирайте, что вам больше нравится. Не хотите искать эксклюзив? Возьмите вот, особенно в подарок, известную марку Санто-Доминго, допустим. Вы можете вот такой вот кофе взять. Лучше в красивой упаковке. Кофе с орехом макадами. Вот кто здесь живет, рекомендую взять, попробовать. Санто-Доминго, это опять, вот смотрите, это известный бренд, но это на экспорт для туристов, многие его знают. Но если вот эксклюзив, то я вам сказал, что... Ларимар, полудрагоценный камень, голубой камень, который добывают только в Доминикане. Очень такой красивый, изделие из ларимара, 20 евро. Голубой камень называется ларимар. Мерит, из него куча украшений. Если что вам нравится где-то, все равно торгуйте, собирайте. Если он вам нравится, полудрагоценный камень. То есть на такие сувениры, допустим, купили бы ларимар в подарок кому-то, на одного человека, я все говорю, если вам целая семья, 10 человек, конечно, дороже. Купили там бутылочку рома, и учитывайте, что еще правила ручной клади есть, где и правила ввоза в России алкоголя не больше 3 литров. Купили бутылочку рома, там купили сигар, я не курю, мне это надо, кофе, какао, особо больше отсюда везти нечего, там магнитик, который стоит там пару долларов, открытку по доллару, 100 евро. И, ну, там, естественно, кто больше покупает, это вам надо больше. Вот, например, около отеля пляжа Бавара, около отеля Сити Рио идет много, большая улица таких магазинов сувенирных. Ну что вот купить? Можно ли какие-то такие местные картины, украшения? Так, у вас наличные доллары, вы их поменяли. Желательно в обменнике или в банке по выгодному курсу. Потому что, допустим, вот смотрите, в магазинах вам могут спокойно продать и за доллары. Но это будет невыгодно. Например, сейчас курс 56, то есть, допустим, вещь будет стоить 90 песо. Для вас она будет 2 доллара, хотя 2 доллара это 110-112 песо. То есть они округляют в свою сторону, могут посчитать по курсу магазина. Он, допустим, будет 52-53, причем даже официальные супермаркеты. Джумба, сейчас я отойду быстренько подальше от этого бара, где музыка. То есть официальные супермаркеты, Джумба, там Пола, они также возьмут доллары, только по менее выгодному курсу. Можно оплатить банковской картой. Вот я пользуюсь картой Тинькофф Блэк, онлайн открыл счет в долларах. Прям можете даже здесь открыть, в Доминикане, уже находясь, если смотрите это видео. За 2 минуты открываете онлайн, и онлайн поменяете по выгодному курсу рубли на доллары. И платите, и потом доллары конвертируются в песо.
То Тинькофф очень этой карточки, Тинькофф Блэк очень-очень много валют, но, к сожалению, то есть это прям можно купить индийскую рупию, там индонезийский, сингапурский, канадский доллар. Но пока доминиканского песо нет, надеюсь, скоро будет. Вот в донге я, например, сразу вьетнамский из рублей в донге переводил, и также индийский рупий из рублей в индийский рупий. И в некоторых местах можно платить картой, в некоторых вас просят только наличные, кэш. Выгоднее всего покупать продукты в супермаркетах, Джумбо, Поло, там же можно купить ром, кофе, чем вот в магазинчиках. Вот я иду гуляю, тут есть мини-магазинчики, мини-маркеты у отелей 5-4 звезды, и здесь цены дороже, они платят эти мини-маркеты отелю арендную плату. Здесь нет рядом супермаркетов, естественно, эти цены ставят дороже для туристов. Стоит киосков около 5-звездочных отелях, но, естественно, цены здесь дороже, так как им надо платить за аренду. Можете купить такую вот шапку, шляпу от солнца, от жары. Вот еще вам совет, если вы разговариваете на испанском языке или знаете хотя бы несколько фраз, сколько стоит «Cuánto cuesta», «Deme por favor», «Дайте, пожалуйста». Ну, то есть в магазине сможете разговаривать, а вас сразу будут цену называть меньше. Думаю, что вы просто иностранец, который здесь живет давно, и поэтому знает местные цены, и не надо ему грубить, как туристам. Торгуйтесь в мерке. Естественно, в больших супермаркетах с вами никто не будет торговаться, но это такие же, как у нас там Ашан, Пятерочка, Спар, вот этот Джумбо или Пол. В мелких магазинчиках торгуйтесь. 20-30% вполне всегда реально сбить цену. Если умеете, можете попробовать и больше. То есть не знаю, почему наши соотечественники никогда не смотрят и платят чуть ли не в втридорога, но за какую-нибудь тарелочку там $20, но это... Когда и цена там 10, ну, поторгуйте хотя бы до 13, 14, 12. Вот такой оригинальный сувенир, кокосовый смеч. Смотрите, сам кокосовый, возите с Доминиканы. Так как, ну, раньше шел тут наркотрафик из Доминиканы, его вывозили наркотики именно в кокос. Вообще просто на этой улице очень яркие краски, картины. Разные украшения из дерева делают, национальные какие-то фигуры, амулеты. Тоже кому нравится, можете приобрести. Так как в Доминикане растет много какао, то здесь, естественно, делают шоколад. Можете попробовать местный шоколад. Ну, на любителя, в принципе, достаточно вкусный. Тоже разных марок бывает. Вот шоколадный магазин. Смотрите. Вот все вещи, там, допустим, какие-то вам нужны ром, сигареты, какао, кофе. Самый доступный вариант, если не брать какие-то эксклюзивы, вот, которые я вам говорил, тот же ром Барсело, в принципе, нормальный. Санто-Доминго, кофе, какао нормально. Других марок, доминиканских, тоже нормально. Если вот не надо вам найти эксклюзивы, куда вас хотят отвезти гиды, хотя они действительно вкусные. Обычный супермаркет, допустим, в Пунта-Кане супермаркет Джумбо. Ну вот мы, например, живем, это 11 километров от этого Джумбо. Естественно, такси в отеле вам говорят дорого. Поставьте приложение Uber. Только не Uber России, сейчас разделилось. Есть Uber приложение России, Uber остальной мир. То есть скачайте Uber, Uber России здесь не будет работать. Напишет вам, что регион Бавар не поддерживается Пунта-Кана. Именно приложение Uber международное. И, например, он нам рисует 420 песо, то есть где-то $7-8. Если вам надо, хотите закупить домой, естественно, супермаркет обычный, если вы едете в Санто-Доминго или в какой-то другой крупный город, там тоже есть супермаркеты. И там есть все эти вещи гораздо, ну, по меньшим ценам, по тем ценам, которые покупают сами жители этих городов. Вот еще вам совет, если вы покупаете сувениры или еще что-то, просите прям так посчитать. Я зашел в сувенирный магазин, мне считают 50, я говорю, нет, это 55. То он и посчитал 55. Также пример разделил, посчитал по 55. Естественно, это вышло меньше долларов. Также не бойтесь торговаться. Я не понимаю, почему некоторые наши люди не торгуются. В сувенирных лавках цены просят очень дорогие. Ну, по крайней мере, 20-30% всегда можно сбить. Почти всегда. Есть некоторые, кто не будет. Но вот несколько, там 10-15% это однозначно. То, что они здесь изначально ставятся гораздо завышенные, особенно вот в мини-маркетах около туристических мест цены. Поэтому торгуйтесь, просите дискаунты. Если можете торговаться, я честно не могу, но у меня просто просили зажить, ну, полудрагоценный камень такой голубой.
35 долларов, у меня было 19. Я говорю, да нет, у меня больше реально было. Ну, отдай за 19. Хотя он говорил, все, 25, отдам 20. Я говорю, нету, реально нету, 19 только было. Он отдал за 19.